Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Метро Исход. Правильно, Исход? Давайте. У нас как раз мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Будущую жену спасаем. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. В метро. Два раза. Итак. Прям чувствую. Что-то где-то подвох какой-то. Опять голова только в какой-то блевотнине, что ли там. Ладно, не будем зацикливаться над этим. Части тела. Артём. Вертело тело, тело вертело. Я свое тело запускаю в дело. Да? Как еще с людоедом поступать? Конечно, молодец. Вот за что я тебя и люблю. Что-то я не помню, что... А, да, нож при убийстве. Есть такое. Идем, доложим полковнику. Давай, собирай здесь, что есть. В медблоке Артём меня нашел. Подожди, я вон там вижу дневник. Только не спеши. Мне надо отдышаться. Нет. У доктора есть что? Нет, у Пилюлькина ничего нет. Так, ладно. Давай. Господи, я представляю, какая там вонища. Подождите, это вонище? Минутку. Вот так вот, чтобы не воняло. Чтобы не воняло. Так, стоять, стоять. Читаем. Сделать ничего нельзя. Им осталось дней 5. Док обещает хотя бы боль им снять. Кто ж знал, что они полезут антенну восстанавливать? Эх, ребята, хоть бы посоветовались, хоть бы костюмы взяли. Все работает. Передал первое сообщение. Успел. Ребята еще живы. Алеша даже улыбается, когда я рассказал. Теперь хоть буду знать, что не зря погибли. Радио заработало. И меня тут же отстранили. Ничего не сообщают. Секретная информация. Охрану поставили. Боятся. Ну и с удовольствием меня сняли. Мало свое дело... Где сделал? Ага. Кошмар. Как же остальные жили все это время? Всего 2 недели, а мы все только о еде. А они на этом пайке месяцами. Еще 2 недели. Многие отекли сильно. Строители говорят, много пью. Шевелиться нет сил. Даже карандашом водить трудно. Апатия. Хорошо, хоть голод как-то притупился.
Приехали, они нас услышали и приехали. Да, это беженцы, но они приехали. Скоро будут поставки, еще не поздно. Теперь все наладится. Пока они, понятно, в карантине, но скоро мы сможем их расспросить обо всем. Говорят, карантин затянется, какая-то у них зараза обнаружилась. Но беженцы привезли продукты. Нам выдали бульон. В нашем состоянии ничего тяжелее и нельзя. Какой прилив сил, тепло по всему телу, а вкус незабываемо. Ничего не понимаю, вторая группа беженцев опять с продуктами, но никаких круп, одно мясо. И тоже сразу в карантин. А ведь прошлые там уже больше месяца. И ведь нам ничего не говорят, что со страной, где наконец правительство. Надо поговорить с доком по душам. Он по старой дружбе не откажет. Итак, дневник офицера номер 2 прочитан. Пойдем в лифт. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Давай. Боже мать какая. Поразительно просто. А еще как. Похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... Ладно. Из вони мы выбрались, нет? Когда выберемся из вони? Ух ты. Та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, так мы не поступаем. Что у нас здесь? А. Вот так. Тут вроде можно уже дышать, да? Давай. Двадцать лет жрали людей. Кто? Так. Ладно. Ничего страшного. Как туда пройти-то? Так. В Новосибирске? Так. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Сейчас заломаем все. В тендер, в тендер. Все готово. О, ну-ка, стой. Так, ладно, выходим отсюда. Надышались. Так. Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что? Берем. Что-то я сомневаюсь, что так легко. Но хотелось бы все время, что мне осталось провести. Вот, с ним. Понятно. Да. Вот так вот. Говорю же, не может быть тут слишком шикарно так. А, вот все, поехали. Вот так. Давай.
тратить на вас патроны тоже. Так. Куда? Я-то их не вижу. Вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то так там бумкнуло. Давай. Давай, запрыгивай. Давай, давай. Даже не буду по вам стрелять, патроны на вас тратить, гадов. А вот так вот поджечь эти все канистры, чтобы вас сгорели там нахрен все. Нормально вы их. Давай. Спишь? Живот болит? А? Болит? Да ладно. Подчинение уставки, что оккупация, что по законам военного времени. Полковники, а тут генералы. Как салага поверил. Ничего, не расстраивайся. Зато не воняет. Че, все? Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Дальше двигать. Дальше. Все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. Да сейчас. С местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. А если встанет, что тогда? Что? Что? Спутники. Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Ну вот, голова. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну, но по крайней мере, что-то похоже на... Все, давай. Теперь только все в моих руках. Едем. 3 месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем наконец спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Ну что ж, вот и пустыня. Вот и добрались до пустыни. Спишь? Вот она, мерзопакостная хрень, хренотень. Тоже придется побродить здесь.
Ну, здесь мы уже привычны, здесь мы уже более-менее знаем, что все люди говно. И все желают нам зла. Приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Ничего. Мне сейчас еще хреново будет. Артем, машина! Баба. Я тебе дам баба. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Нравится, не нравится. Этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только говорить молчал, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэр, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Давай. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Хорошо. Буду слушаться. Артем, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Ой, я уже готов. Я пошел. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет. Давайте-ка сначала вот это осмотрю. Так. Где тут? Каблучок. Покупка, да? С другой стороны. Играли раньше? Блин, не то нажал. Не то. Вот. Вот так. Так, что у нас здесь? По ночам-то вот вообще не советую здесь билеты ходить. Давай. Так. Все, давай. Разрешаю. Так. Давайте-ка посмотрим, что у меня есть. Ну, во-первых, вот это сделать надо. Вот. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. 20, ладно, хватит пока. Что у меня здесь по оружию? Пулемет. Пулемет. Так. Калаш. Вот так. Здесь у меня все как надо, да?
инфракрасный лазер, красный лазер. Невидимый лучник, так. Прицел создает на цели очень небольшое пятно, которое можно заметить только с прибора ночного видения. Ну ладно, вот так вот. Так, ну все, вроде готов. Можно двигаться, блин. Дополнительные задания я пока не беру. О, кстати, я не помню, даже сюда залазил, нет, раньше. Да нормально все будет. Несы в компот. Там повар ноги моет. Опа, это такие колючки меня. Может, я для жизни это и не очень хорошо. Ладно. Кто-то тут есть? Вау. Кто-то тут есть, да. На. Опа. Ничего. У меня пока миссия есть. На. Блин. Так, ладно. Где вы там прилипшие еще валяетесь? Хоп. Тихо. Вот так. Опа. Топливо разлито, да? Все понятно с вами. Блин, вот в этим еще искать надо. Если хотите что-то найти. Кого-то раздавил. Давай. Так. Вот будет-то подойдет как раз, когда я туда подойду. Тут, блин, где-то такие есть нычки-то, пипец. Так.
Ну где ты? Слышь, уже где-то хрюкаешь. Давай. Ладно. Так, сюда. Куда мы? Куда? Да тихо ты. Тихо. На. Давай, вот и все. Так, теперь делаем патронов. Патронов сделали. Так, бензин. Опять же черепа смотрим. Взяли. И вот таких мест, которые вот будут казаться, блин, неприступными. Давай. Так. Взял. Вон где-то. Слышите его? Так. Что-то горит. Он прямо влечет и манит. Ай-яй-яй. Так, ладно. Да тихо ты, перелазь. Давай. Thank you.
Так. Да идите в сраку. Так, мне тут людей вот опасаться надо. На. Так. Давай. Блин, блинский, на вас все патроны только извожу. Давай. Все патроны на вас. Так. Как мне туда залезть наверх? Как-то же можно, я точно знаю. Так, ладно. Будем искать. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, папа! Вот они. Так. Давай. Соул. Давай. Прием, я тебе дам прием. Что мы тут видим? Блин, фильтр точно менять же надо. Все так не вовремя. Давай. Не понимаю, куда мне тут. Так, это вот куда я не мог попасть. Так, спишь? А? Давай. Опа. Зря мы к нам сюда приехали. Да сейчас.
Дарую тебе жизнь, падла. Кто-то еще где-то есть? Банк. Так, ладно. Никогда. Да. Да ё твою мать, ты где ты еще? Не слышу. Ладно. Где мой автомат? Так. Хопа. Успел. Вроде как да. Ой-ой-ой-ой. Ключом его. Да ты как с голов, в голове-то эта хрень торчит? Тебя не надо? Нет. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Все верно, ты понимаешь. Хотя, будь у меня такая кунка, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кун королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Ну ладно. Тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. И чё? Центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Хорошо, только... Давай. Все так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Пум-пум-пум.